Вот в таком виде она пришла. Чувак озадачился и поставил сюда автомобильное сиденье. У него голова уже упирается. Это все надо будет убрать. Этим уже не пользуются. Ну чего он боялся? Потому как она, ну, в очень неплохом состоянии. Ты ей approved. Просто посмотрите, сколько это там стоит. То есть, ну, вот этого генератора, который на коленвалу находится. Все любят отечественную технику, советскую, а работать хотят на зарубежной. Зачем вот эти нимбы? Garmin J5. Кто-то... Старые русосники вспомнят, прослезятся. Замкнутому циклу и быстрее будет прогреваться. Это сразу два блока снимаются в один и тот же момент. Контакт вот этой шарнирной. И вот это очень пожаропасно. Всем пока. Ты, блядь, садишься, как в туннель, блин, получается. Друзья, по-прежнему рад вас приветствовать. Только что, буквально часа три назад, вернулся с Питера, делал инспекцию очередной 150-й Cessna 65-го года. И также вас рад приветствовать, вот этот вот кудрявый пацан. Здрасте. Вот. Значит, мы закончили, откровенно говоря, свои гастроли по кургану, по всем вот этим городам, которые мы рассматривали, подготавливали себе работу и пригнали технику. Андрюхина 150-я пришла на выполнение планового регламента годового чека. Вот. Замечу, что у нас в ангаре сырость. Сырость очень серьезная. Вот. И, собственно говоря, вот смотрите, 150-й 73-го года, который мы пригнали с кургана. Вот в таком виде она пришла. И Cessna Vantage 127-я, которая тоже пришла на регламент. Оба этих самолета мы под клиента подобрали, под клиентов, то есть это под разных клиентов подобрали, провели полный цикл, значит, купли, продажи, оформления, перерегистрации, и теперь вступает в силу вторая часть нашей работ договоренности с клиентами, это техническое обслуживание и подготовка к эксплуатации этих летательных аппаратов. Поехали. Ребят, начнем мы с вами с Авантажа А27. Значит, это Аэропракт Авантаж А27МС. Вот. Мы будем с вами параллельно, значит, работать, и я параллельно вам буду рассказывать свои впечатления вообще, что это за самолет. Во-первых, это самолет самарского производства, да, это отечественное производство летательных аппаратов. Это двухместный, значит, подкосный высокоплан, цельнокомпозитный, со силовой установкой Rotex 912 австрийского производства и Kyiv-Prop, получается, трехлопастной вещь изменяемого шага на земле. Значит, работаем мы с вами таким образом. Я занимаюсь выполнением работ по двигателю, по планеру, всем этим моментам. Мы их рассматриваем по мере проведения работ. Сейчас вот будем снимать капоты. Первое, что я заметил, очень широкая морда, ребят. Очень широкая морда относительно установленного 912-го Ротекса. Потому как он, если вы посмотрите вовнутрь, то котлы вон заканчиваются, еще вот столько места остается здесь. И вот здесь вот то же самое. То есть я сейчас сниму капот, вы увидите, здесь реально очень много места. И у меня складывается такое ощущение, что разрабатывался этот планер, скорее всего, что-то наподобие 320-го или 235-го Лайкоминга. Но сейчас посмотрим. Посмотрите, ребят, вот сама силовая установка, да, и посмотрите, какие здесь очень большие полости. То есть моторчик кажется реально маленьким рядом вот с этим объемом капота. Вот, здесь посадка достаточно плотная вот в этом месте, так как здесь стоит ресивер, печка такая, хрен знает, зачем такую печку сделали, аккумулятор такой. Видимо, они играли с центровкой, потому что такой большой аккумулятор с таким ампер-часами для Ротекса подавно не нужен. И оборудование пилотажно-навигационное у него тоже достаточно слабенькое, ему не нужен такой аккумулятор. Сейчас снимем вторые капоты и дальше начнем разбирать планер. Так, ребят, сразу же первое замечание, которое у нас появляется по этому самолету. Значит, по капотам я вам показал. Что касаемо капотов, капоты достаточно грубо сделаны и они очень тяжелые. То есть я вот так вот ощущаю, что этот капот весит в районе, ну не побоюсь этого слова, 7 килограммов. То есть верхний чуть поменьше весит, но этот где-то килограммов 7. Далее, значит, с петель я демонтировал двери. Ребята, не поверите, я вон Андрею дал подержать. Это каждая дверь весит по 3,5 килограмма. То есть понимаете, да? То есть 6,5, где-то 7 килограммов. Вот две двери, они реально тяжелые. То есть у меня безмена нету, я не могу замерить. Капоты, да? Но на этом не заканчивается. Мало того, что здесь рессоры сделаны как будто для какого-то тяжелого Як-12. Ну, это не суть.
Чувак озадачился и поставил сюда автомобильные сиденья. Ребята, я не понимаю. Причем, что КВС, что второй, автомобильные сиденья. Самый интересный момент я вам сейчас покажу. Смотрите, Андрей садится. Андрей самый, ну, не сказать, что среднестатистический. У него чуть выше рост, чем у среднестатистического пилота. Но тем не менее, у него голова уже упирается в потолок. Здесь вот, если вы посмотрите, штурвал лежит на коленях. Колени не задраны, они на педалях лежат. Понимаете, в чем дело? Ребят, и чувак вот так вот пытался летать. И чувак выше меня при этом. Так что это... В ролике есть у меня на канале ролик, когда я его перегоняю. Ну, как Элес выкладывает ролики, это мотайте на полгода назад. Вот. Кстати, у ребят, которые купили этот самолет, тоже есть канал. Тоже Элес, наверное, выложит ссылочку. Да, обязательно. И к тому моменту, когда выйдет этот ролик, ребята, наверное, вокруг на этом самолете кругосветку уже бахнут. Шуткует. Суть, мужики, мы выбросим эти сиденья и поставим. Ну, нам просто повезло, что с этим самолетом штатные отдали. Мы вернем штатные сиденья. И я думаю, ну, минус эти сиденья, мы килограммов, я не знаю, но автомобильные сиденья тоже много весят. Кое-что интересное я вам хочу сказать, ребят, в угоду того, что, видать, эту машину конструировали, значит, представители советской школы конструкторской, так как очень много элементов, которые относятся вообще к поведению именно таких ребят, особенно... Вот эти уши, ребята, это очень древние уши, которые использовались на всей отечественной технике, которая работает на... Да-да, на практически на всей отечественной летной технике. Вон старый летный состав вам подтвердит. И вот здесь вот наши родненькие орешечки. Понимаете, ребят? Все это вот на орешках собрано. Радиостанция здесь, к слову, стоит 200 ICOM, вот вы можете наблюдать. Но использована система СПУ, то есть внешний это выход в эфир, внутренние, значит, тангенты, это переговоры между собой, то есть именно самолетная переговорная установка. Это все советские отголоски, никаким интеркомом здесь и не пахнет. Это все надо будет убрать, этим уже не пользуются. Давно уже, даже некоторые, я вам честно признаюсь, я даже один Ан-2 переделал так, чтобы можно было нормально на интеркоме летать. Поехали дальше. Я, значит, снял сиденье. Ребят, смотрите. Значит, сиденье установлены на вот эти вот болты. Если вы найдете два одинаковых болта, я, в принципе, готов вам сказать спасибо. Мало того, что это не авиационные болты. Теперь смотрите, ребят. Сиденье. Я, наверное, ради этого куплю безмен. Это автомобильные сиденья, они, сука, тяжелые. Я не знаю, я в автомобилях не сильно шарю. Вот здесь вот есть вот этот штекер. Скорее всего, это датчик установленного ремня. Ну, это тоже все фигня. Штатные крепления, которые стояли на тех сиденьях, они, короче, переварены. Вот здесь вот вы видите вот этот трэш. Но это тоже фигня, сука. Вот это вот, вот это. Вот чего он, сука, боялся? Надо было сразу рельсу прифигачить. Да, ну чего он боялся? Вот. Тут и так вес не маленький, тут еще 4 вот этих пластины. Короче говоря, ребята, ради прикола найду безмен и взвешу 2 капота, 2 двери и вот эти элементы. И потом посмотрим, на каких вот таких вот последних издыханиях 912 роток стасильно все это должен поднять воздух. Но это сравнительно, чтобы вы понимали, это штатные сиденья, которые шли в комплекте. Второе я не достану. Ну вот, собственно говоря, вот они, штатные сиденья. Это ковшевики. Выполнены из стеклоткани. То есть вот они, элементы крепления, которые позволяют двигаться этим сиденьем вперед-назад. Здесь находятся полозья. Значит, угол установки спинки не меняется. То есть вот такие вот сиденья штатные. Ну, эти практически ничего не весят сравнительно. Мы их вернем на место, ребят. Потому как изначально на заводе разрабатывали и устанавливались аутентично вот эти сиденья. А не вон тот порожняк. Так, ладно, дальше будем сейчас разбирать. Это, значит, аварийный радиомаяк. Первый раз в жизни вижу такой аварийный маяк для маленьких самолетов. Ну, то есть, ну, чтобы вы понимали, такой же аварийный радиомаяк с успехом можно поставить на Ан-24. И его, значит, продление его ресурсов, там, замена батарейки осуществляется силами гос.НИИГА. Стоит он вот здесь, это центральная панель, которая сзади между сиденьями. Это... панель, значит, закрывающая руды. Я это все снял, провожу дефектовку. Вот.
значит, у нас оголилась вот эта вся часть. Поставил так временно сиденье, чтобы посмотреть. Ну, это совсем другое дело, ребята. Это совершенно другое дело. Почему их сняли и поставили те, я до конца не понимаю. Вот. Здесь, значит, вот этот вот рычаг стояночного тормоза, который многие автолюбители узнают от родных «Жигулей». Это есть не что иное, как сдвоенная система торможения. То бишь, здесь, значит, тормозной барабан. Кстати, это авиационный тормозной барабан, насколько я помню. Вот. Он, значит, тормозится посредством вот этого рычага, который сдавливается, и вот здесь отжимает тормозные блоки. Он сдавливается посредством вытягивания тросов. Вот здесь вот идет два троса, которые вот этим ручником вытягиваются. Фишка в том, что, ребят, здесь один трос порвался. А мы гадали, почему здесь нету тормозов на левом колесе. Ну вот, причина нашлась. Вот, выглядит это все несколько страшно и малость удивительно, но только для тех ребят, кто не занимался авиационной техникой отечественного производства. Для нас, в общем-то, тут все понятно. Среди прочих таких непонятных моментов нужно отметить одно. Здесь такой вот именно характерный советский запас прочности заложен. И вот это очень сильно радует, ребят. Так, ну, с этого самолета мы переходим теперь на нашу 150-ю Cessna. Здесь у нас следующий момент, который касается параллельных работ. То бишь, мы сейчас снимем штурвальные колонки, потому как они очень плохого качества. Но я имею в виду внешнюю обивку, вот это все снимем. И нам Тимур эти части перетянет. И то, и это перетянет. Также мы отдадим, значит, сиденье, также отдадим весь вот этот вот паласовый материал для того, чтобы сделали химчистку. Мы хотим получить чистенькие элементы, которые будут достаточно филигранно смотреться вкупе с очень неплохого состояния Cessna. Когда я говорю неплохого состояния Cessna, я в данном случае не лукавлю и не шучу. Это Cessna, считайте, джекпот, который мы не просто купили, а добыли с кургана, потому как она, ну, очень неплохом состоянии. Поехали дальше. Так, Андрей, давай в двух словах, что вы тут делаете? Мы, короче, воткнули маяк, вон он, через окошко. Давай так посмотрим. Модный, аварийный радиомаяк, свежий. Какого года, надо сразу сказать? 20-го, конца 20-го года. Сколько есть по запасу? 5 лет, то есть, ну, соответственно, 4,5 железобетона. Сейчас вот проводим, видите, по модному проводку, чтобы вывести сюда непосредственно блочок управления маяком, где он там есть. Принудительная система управления. Блочок? Видел блочок управления маяком? Короче, здесь будет стоять блочок управления маяком. Сейчас к нему подводим проводку. Ну, вот он лежит. И вся фигня. Да, вот такая фигня. Это... помогите! А это тест. Просто тест проверили. Да, тест проверил, лампочка горит, там звуковой сигнал орет. Значит, все работает. Все. Чем занимаемся? Ну, было бы некрасиво не отметить то, что... Вчера мы спорили с Андреем то же самое. Короче говоря, нас заставляет их ставить на все летательные аппараты при проведении процесса сертификации летной годности. Да, мы признаем то, что эти аварийно-радиомаяки используются повсеместно по всему миру. То есть они сертифицированы, они ставятся на все летательные аппараты. Но это совершенно бесполезная вещь. Вот, поехали дальше. Я демонтировал обе штурвальных колонки, ребят. То есть они, в общем-то... Можно не в плохом состоянии, то есть вот эти вот ножом срезать и можно оставить. Но, как замечают многие люди, вот именно чисто вот эта пластмасса, которую когда в руках держите особенно долго, она достаточно неприятная, поэтому мы их перетянем. Вот эти все части, которые составляют декор сиденья, вот в данном случае, вот эти вот части, они все будут подвержены химчистке. Ничего здесь менять мы не будем, ребята, нет смысла. Итак, ребят, что мы здесь имеем? Значит, мы демонтировали все вот элементы декора. Вот, то, что у нас в хвосте лежало, вытащили. Здесь вот такой интересный кабель лежит. Это, значит, подключался аварийный радиомаяк. Он вон там стоит по полету, по правому борту хвостовой балки. Вот, значит, пока... кстати, я еще двери снял, чтобы удобнее было туда заходить, выходить. Здесь пока вопрос закрываем, идем туда. Смотрите, ребят, значит, вот эти вот панели, которые стоят сбоку, сзади, да, то есть в багажном отделении, потолок, все накладки,
это тоже повлияло на то, что мы этот самолет не просто забрали, а урвали оттуда. По одной простой причине, ребят. Эти части FAA approved. FAA PMA, видите? Вот, и они датируются 2003 годом. Для тех, кто считает, что это совершенно несущественная фигня для, скажем так, выбора покупки и именно вот этого самолета, то просто посмотрите, сколько это там стоит. Это 2003 года, ребята, это еще в Америке переделывалось. Это очень круто. Вот, здесь находятся все залезы, все вот это то, что необходимо. Здесь кок, мы его сняли для того, чтобы при транспортировке ничего с ним не случилось. Кок металлический, стандартный. Теперь мы этот вопрос пока закрываем. Это все мы сейчас отправим в Москву, там, чтобы можно было химчистку сделать, все почистить, подготовить. А мы продолжим заниматься аэропортом. Мы же, значит, хотим заменить все резинотехнические изделия в двигательном отсеке, в системе подачи топлива с консоли, также приемник воздушного давления у него имеет резиновые магистрали, тормозная система тросовая, соответственно, не гидравлическая, там нету РТИ. Вот. Сейчас занимаемся демонтажом вот этого паука. Вот этот распределительный паук с расширительным бачком. Вот эти резинотехнические изделия тоже необходимо заменить. Вот, и из-за этого мне пришлось снять вообще вот этот блок карбюратора и вынуть его сюда, потому что другого удобного доступа здесь нет. Сейчас мы заменим, пока. Вот здесь вот находится магистраль подвода, значит, охлаждающей жидкости в радиатор. И вот здесь вот она подтекала, ребят. Если вы посмотрите, вот на выходящих с однофазного 10-полюсного вот этого генератора, который на коленвалу находится, вот эти вот выходящие экранированные провода, они как раз таки подвергались вот этому подтеканию. Вот он, видите, да, то есть окисления идут. Это не есть хорошо. Мы вот это точно, как бы мы и так хотели менять, но здесь сейчас придется еще и почистить эти части и посмотреть, есть ли у них какие-то еще разрушения. Гора заменяемых резинотехнических изделий растет, движочек преображается. Соответственно, мы параллельно сделали карту смазки, все подвижные части смазываем. Также навески закрылков, элеронов, все вот это вот смазываем, делаем. Сейчас занимаемся заменой вот этих конструктивно заложенных виниловых пленок, которые конструктивно, повторюсь еще раз, закрывают вот эти подвесные фалы, которые идут с передних частей лонжеронов. Две штуки, они сходятся вот сюда. И вот здесь вот этим, значит, зацепом в виде серьги вот таким входят вот в эту нишу. Сейчас мы это все почистим, эту виниловую, значит, накладку заменим, потому как там некоторые части отшелушились. Вот таким вот образом здесь установлена спас-система. Поехали дальше. Вот только поэтому, ребят, все любят отечественную технику советскую, а работать хотят на зарубежной. Потому что вся отечественная техника собрана вот на таких вот винтах, панельные винты вот эти. И они постоянно слизываются, срываются. Вот, хотите верьте, хотите нет. Я и дремелем их паз углубил. И все равно он вообще никак даже не страгивается, падла. Ну ладно, сейчас что-нибудь сделаем. Поехали дальше. Итак, смотрите, ребят, на данный момент занимаемся модернизацией приборной доски. Так, демонтировали этот чудо-компас. Вот такой вот. Честно говоря, я как бы понимаю, как он работает. Никакого, значит, подвода каких-то внешних питаний, гироскопии, чтобы образовывалось пневмоприводов, отводов. Ничего здесь нет. Вот он сам, скажем так, самодостаточный компас. Вот здесь написано темп, я так полагаю, темп это относится к вот указателю скольжения. И вот здесь вот КГ1БЦ2. Дело в том, что у аэропракта этого нету снизу подхода, чтобы достать приборную доску. Пришлось все это разобрать. Эту часть мы снимаем, то есть она здесь не нужна. Работает она архиинтересно, чтобы вы понимали, ребят. Сейчас отвертку возьму. Значит, смотрите, ребят,
Я не понимаю, зачем, вот хоть убейте, не понимаю, зачем вот эти нимбы. Я так полагаю, в различных положениях эволюции он должен показывать вот этот курс комбинированно, да? Но смотрите. Короче, очень интересная конструкция, но нахер здесь не нужно. Вот, вместо этого мы, значит, поставим Garmin J5, который уже въелся, можно сказать, потому что мы их ставим везде. Крайне удачная модель для модернизации без глубокого хирургического вмешательства. Глубокое хирургическое вмешательство к этому варианту не относится, потому что здесь конструктивно сделано так, что по-другому его не поставить. Чуть не упал. Вот. Значит, будет он монтироваться вот здесь. И далее, значит, что мы с вами получаем. Здесь приборная доска не такая бедная, как на многих других ультралайтах. Тем не менее, здесь указатель скорости, указатель высоты и скороподъемность. Все эти три параметра будут, значит, дублироваться на J5. Также он будет показывать курс посредством GPS-модуля, который будет здесь установлен. И его впоследствии здесь можно будет при желании владельцев подключить под автопилот. То есть это такой достаточно бюджетный вариант подключения автопилота. Сейчас будем монтировать. Задача такая, ребят. Машина советско-российского разлива. Давайте назовем это так. Потому что здесь много... Ну как много, тут практически все элементы, за исключением этой радиостанции японской, сделаны из отечественных агрегатов УЭСКИ, АЧСКИ, ВДшки, все это отечественное. Вот, вот здесь вот стоят штепсельные разъемы, вот вы можете посмотреть, для того, чтобы отстегнуть приборку полностью. Сейчас вот это вот снимем, вот, сейчас старые рысосники вспомнят, прослезятся про штепсельные разъемы, вот эти вот. У них даже свое название есть. Я не помню, честно говоря. Вот, смотрите. Вот. Сейчас все это снимем и смонтируем здесь J5. Поехали дальше. Мы, значит, вот эту скобу... Кстати, это очень интересная, но очень сложная скоба в монтаже, потому что, честно говоря, в самолеты, где кругляши, вставлять квадрат всегда проблематично. Эти ребята попытались с Гармина выйти из положения и сделать вот такую интересную скобу, которая сама крепится на три узла. То есть здесь анкерные гайки впрессованные. Вот. Но сам этот элемент, он очень интересный сам по себе. То есть вот здесь вот находится сверху скоба такая штырьковая, а снизу винт. То есть вот этот вот J5, он сверху вставляется, а снизу прикручивается. Я здесь поставил специально винт подлиннее, потому как он у меня будет ставиться на эту панель поверх вот этой накладки, ребят. Мы не хотим нарушать аутентичность конструкции, потому что вполне возможно, что этот J5 будет владельцем самолета демонтирован, допустим, в случае продажи самолета или другой модернизации. И чтобы сюда можно было вернуть тот старый прибор, который я вам показал. Сейчас мы здесь просверлим отверстие, закрепим эту часть и уже будем монтировать. Итак, ребят, следующая работа. Я пока оставил работу по пилотажно-авиационному комплексу. Следующая работа — это у нас модернизация системы смазки. Система смазки, охлаждения и выноса продукта из носа, если по правильному говорить. Вот, она здесь выносная, потому как 912 Rotex имеет такое понятие, как сухой картер. То есть здесь нету поддона, и масло принудительно посредством вот этого банджа-болта сгоняется в сборочный резервуар, где масло частично фильтруется, потому как здесь есть цилиндр, выполненный из сетки, который, по сути дела, его не сильно спасает, но, тем не менее, какие-то продукты износа останавливает. А основная система фильтрации полнопоточного автомобильного типа, но авиационный фильтр, установлен на корпусе маслонасоса. Наша задача какая, ребят? Здесь установить термостат, масляный термостат. Объясню почему. Ну, это мысль конструкторская. Вот у нас двигатель, вот у нас мидль. Вы понимаете, что двигатель вот, мидль вот. И как бы конструктора пришли к такому выводу, что, сука, вот у нас маслонас, этот резервуар. Вот здесь вот снизу, с правой стороны, маслорадиатор. Также получается одна магистраль сюда, одна магистраль туда-туда. И вот этот длинный шелковый путь магистрали идет вон туда. То есть, как бы, аккумуляторный блок разместить там, эту систему разместить здесь, также под ним, вот в этом районе, разместить маслорадиатор и пустить всю масляную систему с этой стороны
в эту сторону с короткими шлангами, это, наверное, скорее всего, очень сложно. Но на данный момент маємо, що маємо, как говорят украинцы. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать, значит, врезку вот в эту существующую систему термостата по одной простой причине. Этот самолет непозволительно долго греет свое масло. Соответственно, мы решили установить термостат, так как при термостате до 95 градусов данный двигатель будет гонять масло по коротко замкнутому циклу и быстрее будет прогреваться. После достижения данного порога температуры будет открываться термостат и будет идти перепуск масла уже по внешнему контуру, получается, по большому контуру через радиатор. Значит, у нас было несколько вариантов, мы решили все-таки заказать с Америки и дождались термостата, о чем я сильно не пожалел. Термостатик пришел вот в таком виде, кстати, J5 практически установлен. Вот, термостатик пришел вот в таком вот виде, в такой карабульке. Вот, давайте мы его сейчас полностью выгрузим. Что мы имеем в наличии? В наличии мы имеем сам термостат, корпус литой, обслуживаемый. Вы можете наблюдать, то есть вот этот блок вытаскивается, и там находится пружинный блок, который как раз перепускает масло. Далее, у нас идут в комплекте очень неплохие, широкие, с широкими ремнями, значит, 4 хомута в комплекте. Идут, ребята, замечу, в комплекте, для тех, кто в теме, они поймут. И также идут 4, значит, штуцера. Посмотрите, это АЭС-прусовские штуцеры, ребят, посмотрите, как они выполнены. Посмотрите. Даже вот установлены вот эти вот отбивки, когда, значит, рукав сюда входит, он, получается, плотно упирается вот здесь. И это, во-первых, красиво, во-вторых, достаточно безопасно и грамотно выглядит. Вот так вот он выглядит, ребята, врать не буду, не помню, где-то в районе $60 он нам стоил, 65 или $70. Также идет описание, потому что она лежит, это описание лежит здесь. Ребята, для тех, кто в теме, сразу скажут, мы тоже закажем. Потому что альтернатива в два с половиной раза, почти 3 раза дороже. Но вот он, на Спрусе продается, ребят. Ложка дегтя в обязательном порядке должна быть у любого узла, агрегата или же нововведения. Значит, я собрал термостат, ребят. И сравнительно с тем, что я ставил раньше термостат российского производства, этот термостат, ребята, ощутимо тяжелее. Вот. И еще, если, значит, судить по... Я не интересовался этим моментом, потому как я его покупал на авиационном сайте. Но по вот этой вот, значит, брошюрке на один лист, прекрасно понимается, если загуглить, что это термостат, который используется под... различные виды двигателей. То есть это что-то, я так полагаю, может быть даже и лодочное, а может быть даже и какой-то кастомный автомобильный. Но тем не менее, мужики, вес важен в авиации. Тем более с этим самолетом. Гора шлангов растет. Мы практически закончили замену резинотехнических изделий на аэропракте. Что там, Гер? О, отлично. Теперь чуть-чуть зачистим, можно ставить. Это, кстати, 1,8 в диаметре КСАН, канат стальной авиационный. Вот, мы меняем систему тримирования. Кабинет. Сразу два блока снимаются в один и тот же момент. Вы все можете представить? А я почистил только что свечку. Смотрите, какая она красивая. А знаете, где посмотреть? На моем канале. И, скорее всего, это уже снято 5 раз выложено и 500 раз прокомментировано, когда вышел этот ролик. Так что... Запомните, это 2-й раз за этот ролик у меня под это. Ну, то вы поняли. Смотрите, на что снимаем. Короче говоря, хочу такую вещь попробовать. Надеюсь, чтобы меня очень сильно, вот кто-нибудь, обдонатьте, пожалуйста, меня. Авиация, как известно, состоит из мелочей. Значит, причем мелочи такие безопасности образующие. Заходите с этой стороны, сейчас покажем. Ну, смотрите, ребят, как я уже сказал, маслосистема у данного двигателя выносная, то есть здесь сухой картон. Вот маслобак. У маслобака должно быть соотношение с атмосферой, или же, как в авиации ее называют, система суфлирования.
верхняя точка, открывайте крышку, да, и вот в этом месте есть система суфлирования, которая выводится за срез нижней части капота. Есть очень важный момент, ребята, когда он выводится за срез, при температурах отрицательных, близких к отрицательным, когда образуется из конденсата лед, а в масляной системе всегда есть конденсат, который в зависимости от разных уровней температуры то выпаривается, то образуется. Так вот, он вот здесь вот, ребята, образуется, покажи вот здесь вот. Вот в этом месте образуется и забивает систему суфлирования, ребят. Это очень опасная фигня, потому что может раздуть систему смазки двигателя. Вот, что мы делаем? Мы, значит, этот выходной тракт вот здесь вот внутри делаем в нем отверстие. То есть на данный момент мы сделаем таким образом. Вот так вот отметим его. И здесь... Вот и все, смотрите, ребят, этим мы, значит, защитили двигатель от раздува, представляете? Даже для четкости можно сделать еще одно, но вот этого хватит, потому что в этом положении капота, когда под капотом пространство, вот в этом месте никогда не обледенеет. А вот в этом обледенеет, здесь этого не было сделано, но не все ребята знают, потому что это мелочи, но это очень важные мелочи. Значит, смотрите. Итак, ребят, смотрите, сейчас я занимаюсь техническим обслуживанием значит, расширительного бачка, резонаторного бачка системы выхлопа. Значит, что это такое? Это значит бачок, внутри нету никаких катализаторных составляющих. Один, значит, одна труба выходного сечения, вот, и 4, значит, шарнирных пары, которые идут с каждого цилиндра. Так вот, каждая эта шарнирная пара, ребята, при работе двигателя посредством вибраций, посредством термических изменений постоянно ходит. Так вот, когда их сюда приваривают, потом к ним приваривают вот эти уши, ребята. Иногда аккуратно, иногда не сильно приваривают. Но когда их приваривают, появляется вот здесь вот внутренний навар. Давайте покажем какой-нибудь, который вот... Вот сейчас. Вот такие вот, видите, внутренние навары идут. Вот такие. Я допускаю эти внутренние навары в тех местах, где привариваются эти уши. Но не в тех местах, где идет работа и контакт вот этой шарнирной пары, ребят. Вот здесь вот вы можете наблюдать, я их стесывал полчаса, сидел. Вот. Я не знаю, в связи с чем идет такое постоянное и частое пренебрежение, потому что я очень часто встречаю такие бачки, они, кстати, не дешевые. И мне приходится или же покупать в авиагамме шарнирные пары, когда он вообще уже разбит, и как бы переваривать их. Или же вот такую работу проводить посредством дремеля, то есть снимать этот поверхностный слой и восстанавливать вот этот контакт. Чем он опасен? Опасен он конкретно тем, что в этом месте, если многие думают, что сопля разойдется, разотрется, нет, ребята, эта сопля из-за резкого термического увеличения при сварке, она получается по своей структуре прокристаллической решетки прочнее на истирание, чем сам металл этого, значит, глушителя. И из-за этого получается, что вот эта точечка съедает внутреннюю яблоко вот этого шарнира. И получается, что он начинает в этом месте сечь. То есть сначала появляются черные, значит, коксовые такие следы появляются, да, и вот эти следы, они увеличиваются пропорционально в зависимости от работы двигателя. Вибрация, термические изменения, вы все это понимаете. Это пожароопасно. То есть это нужно, значит, искоренять. И также согласно периодического регламента технического обслуживания 912, 914, там, 915 ротексов, там прописано, что демонтаж глушака через кратную, значит, наработку, зачистка, и после этого проводится нанесение Loctite Anti-Seize. Есть такая, значит, тема, которая не дает прикипать вот этим шарнирным парам. Вот теперь точно все. Всем пока. Подождите. И что хочу еще сказать. Знаете, что еще очень пожароопасно? Если вы не подпишетесь на наши каналы, то вот это и вот это очень пожароопасно. Всем пока. Я тут стою, изгаляюсь, потом вспомнил, что у меня же есть...
снятый выходной тракт. Смотрите, ребят, вот он как выглядит. Вот он, вот так вот эта шарнирная пара работает. То есть она вот так вот работает. Теперь смотрите. Вот я ее зачистил, да? В общем-то, в кратерах есть, но неплохое состояние. А вот уже начало вот этого контакта, видите? Вот он. Все, теперь вот точно все. Всем еще раз пока. И это всего лишь первая серия. Их всего будет, наверное, 3 или 2 или 3 серии по этим самолетам. Поэтому продолжение следует.